Итак, здравствуйте. Мы находимся в Ростове-на-Дону, массажный салон «Джилай». Меня зовут Владимир Владимирович. А вас как зовут? Меня зовут Алла Евгеньевна. Алла Евгеньевна, очень приятно. Итак, Алла Евгеньевна, скажите, пожалуйста, вот какие болезни ушли? Вот чего не стало? Ну, я пришла сюда с остеохондроз шейно-грудной, сколиоз, тазобедренный сустав у меня болел левый, колени начинали болеть, головокружение было. Значит, пока я ходила сюда, у меня очень хорошо помогла кровать. Это значит, у меня шея. То есть вот эти все болезни, что вы сейчас перечислили, да? Да, у меня сейчас уже хорошее облегчение. Они ушли? Или... Но еще нет, это еще время должно быть, но уже полегче стало. У меня уже перестала голова кружиться, у меня перестали суставы болеть. Тазобедренный, я вообще за него забыла, перестала болеть. Это тазобедренный сустав, да? Да, тазобедренный сустав я прикладывала на коленник пантоболовый. И у меня через 2 месяца уже перестали боли вообще шли. А что еще? У меня колени начинали болеть, колени тоже не болят, стопы. Ну, в общем, весь организм у меня был нарушен. Конечно, мне уже много лет на пенсии, поэтому весь букет, со всем букетом пришла. Да, со всем букетом пришла, и сейчас уже постепенно вылечиваюсь, как получается. Оздоравливаюсь, да. Хорошо, скажите, с помощью чего и как? С помощью чего и как оздоравливались? Ну, первая моя покупка была турмалиновый мат. Я на нем сплю. Ну, прижигание утром делаю, днем, да, если возможность есть. Вечером прогреваюсь и сплю на нем постоянно. Купила я его еще в августе. Уже есть результаты. Вторая мне покупка была на коленнике. Я пользуюсь, сын пользуется. Купила фантаболовый коврик. Сын лежит на нем. На коленнике какие? На коленнике фантоболовые. И вот я тоже их оборачиваю на колени и сплю всю ночь на турмане мате. Очень помогает. Так, хорошо. Утром просыпаюсь, ничего не болит. Вечером прихожу, опять все это проделываю, все процедуры. Хорошо. А здесь в салоне чем еще оздоравливались? Ну, здесь в салоне мне самое главное – это кровать. Это очень такая замечательная массажная кровать. Ну, здесь как раз у меня позвоночник уже лучше стал. Я себя чувствую как расправленные крылья, хожу, осанка появилась, чувствую себя облегченно. Ну, я же говорю, меньше голова стала кружиться, поясница болела очень, сейчас уже почти не болит. Ну, все в норму приходит благодаря этой кровати. Я собираюсь покупать еще, кстати. Собираетесь покупать кровать? Да. Хорошо. Вот скажите, какие ваши пожелания и впечатления? Пожелания очень хорошие. Что хочу всем людям пожелать, чтобы все тоже оздоравливались, приходили сюда, покупали коленники, коврики, ну и кровать по возможности. Это очень замечательная вещь. Хорошо. А впечатления какие? Вот от работы, от салона. Впечатления замечательные, отличные впечатления. Ну, по крайней мере, я оздоравливаюсь. Конечно, очень впечатление, я очень рада, что я оздоравливаюсь. Хорошо, спасибо большое. Мы в городе Ростове-на-Дону, салон «Джилай». Спасибо.